Привет любителям бокса. Мой прогноз на поединок Геннадия Головкина против Канело Альвареса. Де ла Хойя мастерски ведет Канело по профессиональной лестнице, по карьерной. Разносторонних подбирают противников, разные весовые категории, разные стили. Канело в них себя по-разному проявляет, красиво, зрелищно, эффектно. Раскрывается, опыт набирается. Молодец. В 2012 году у меня была возможность попасть на поединок Гены Головкина против японца в Киеве. Ну, в то время он был не сильно популярен, поэтому не захотел. Сейчас, конечно, жалею сильно. Гена хороший, интересный боксер, панчер. Интересно за ним наблюдать. Но последний поединок с Джейкобсом раскрыл все карты, конечно. Гена плохо там работал, сближался без ударов. Во второй половине просел очень сильно. Если б не нокдаун, то еще неизвестно, в какую сторону поединок бы повернулся против Джейкобса. Он был хорошо подготовлен, настроен, классная форма, мастерский такой пробой. Ну да ладно. Что касается Канело, после поражения Мейвезеру, у него очень пошел большой такой взрыв вверх. Хорошо, хороший блок, хорошо уклоняется от ударов, хорошо вяжет комбинации, разносторонне действует, контрпанчер в защите, так, всяк, уклоны, очень разносторонне, мастерски, конечно, развился очень серьезно. Итак, почему я думаю, что Гена может проиграть этот поединок? Это после его интервью, когда он сказал, что, возможно, это мой последний поединок, все, у меня как тревожная кнопочка сыграла, сработала, что Гена реально может, у него может не быть, не хватит мотивации, чтобы провести бой ярко, эффектно, как-то максимально, по возможностям. Вот это вот первый такой звоночек у меня был. Что касается Канело, то видно, его уже заколебало это года два или три. То, что все упрекают, что он оставил титул, боится поединка с Головкиным. И вот это будет для него эффектная такая мотивация особенная. И он постарается хорошо подготовиться, хорошо к этому поединку подойти. И я думаю, бой будет складываться. Не будет никакого биг-драма-шоу. Это будет умный поединок. Пройдет все 12 раундов. Возможно, Канело переработает Гену за счет того, что у него комбинации. И будет, и бой выиграет, возможно, или разделенным, или единогласным решением судей. С точки зрения той, что он с финансовой точки зрения, он более прибыльный для всех, чем Гена. Вот, поэтому он может выиграть этот поединок. Спасибо, пока.